6 комбинированных дорожных машин поступили на баланс муниципального предприятия ЖЭК. Новая спецтехника многофункциональна. Умные машины оснащены системой управления навесным оборудованием. Подробности в сюжете далее. В парке МУБЖЭК пополнение. Эти комбинированные дорожные машины прибыли в автопарк предприятия, которое отвечает за уборку городских улиц. Новую уборочную технику осмотрел глава города Алексей Огоньков. Мы получили новую современную технику с навесным оборудованием, которого практически у нас раньше не было, что позволит убирать город очень современно, качественно и в срок. Основное преимущество этих машин – современная электроника, которая позволяет контролировать процесс обработки улицы песко-соляной смесью. Можно рассчитать даже, сколько грамм смеси нужно для посыпки одного квадратного метра дороги. Увеличить посыпку, уменьшить посыпку, ширину также от 2 до 12 метров. Он сам это все делает прямо в машине. По сути, с помощью вот такого джойстика водитель КДМ регулирует процесс обработки дорожного полотна, учитывая ширину и плотность нанесения песко-соляной смеси. Все хорошее, все под рукой, все на джойстике, вверх-вниз, все хорошо. Клуб вправо-влево вращается, от 2 до 12 метров. Новые машины универсальны, они могут осуществлять посыпку, механическое подметание и вывоз снега. Плавающая лопата, которая копирует дорожное полотно. Также еще, которая на плавающем режиме. В минувшие выходные КДМ уже выходили в город. Как показал первый выезд, новая техника более эффективна с точки зрения качества уборки и экономии противогололедных материалов. Одна машина уже выходила вчера у нас. Мы центр немножко обрабатывали. Было загружено 3 тонны. Этих соли, чистой соли. Хватило на 20 километров. То есть это... При полной загрузке одной машины хватает порядка 70 километров. Широкая улица, узкая улица. Вот это важно. Да. То есть получается, раньше он не дозировался. Новая современная техника позволит повысить оперативность уборки городской, улично-дорожной сети и тротуаров.